Ну давайте, всем привет. Представлюсь, меня зовут Широкова Екатерина. Я являюсь международным преподавателем по мужским стрижкам в компании American Crew со званием All Star. И сегодня я вам расскажу все основы, как работает филировочная бритва. Да? Я не знаю, работаете вы или нет. Если кто-то работает с филировочной бритвой, поставьте, пожалуйста, мне плюсики, чтобы я понимала, имеете ли вы вообще представление об этом. Или, может быть, вы были на моих семинарах по стрижкам, по филировочной бритве. Шлепните мне плюсики. Так, по-быстренькому. Так, ну и я начну. Сегодня вот прям будут самые прям основы. Я сегодня вам не буду показывать какую-то стрижку, а расскажу вам принципы работы филировочной бритвы. Как она работает, зачем мы это делаем, для чего мы будем это делать. Отлично, работаешь, хорошо. Или был Эдуардо, да, был, наверное, я имею в виду мужчину. Окей, как работает филировочная бритва и вообще, что она из себя представляет и для чего этот инструмент вообще, с чем его едят и вообще как? Конечно, это филировочная бритва, именно вот прямо она филировочная, да. Это не опасная бритва. Что она делает? Я прошу прощения, но приглашать я не буду сейчас никого, потому что у меня другая цель. Я вам показываю, рассказываю, поэтому сори. Окей. Вообще, что делает бритва? Одним, ну, конечно, она срезает, конечно, она делает срез. Бритвой можно сделать одним движением сразу несколько функций. То есть, конечно, она делает срез, да? Дальше она делает сразу же текстуру. И следующее, она задает волосам направление туда, куда они потом будут лежать. Мы сегодня с вами разберем 7 показателей, на которых основывается вообще вся работа филировочной бритвы. Зная, понимая их, я вам потом это задней камеры покажу, чтобы это не было зеркально. Зная эти правила, понимая, что делаете вы, у вас тогда будет все получаться. Еще что она делает? Конечно, уменьшает время работы с клиентом. И вообще она решает кучу, миллиард вопросов, которые у вас возникают во время стрижки. Также она облегчает вам потом делать укладку. И плюс ко всему еще она облегчает клиенту дома работать со своей укладкой. То есть это действительно получается буквально там минута для того, чтобы сделать укладку. То есть все самые сложные вещи мы делаем во время стрижки. И наша задача именно это сделать именно так, чтобы потом клиент дома смог очень легко и быстро сделать свою укладку. И это особенно касается мужчин, потому что, ну, мужчины не любят что-то долго, если они тратят больше минуты на свою укладку, что, то все уже, он не будет с этим заморачиваться, он попросит подстричься попроще, и ну его нафиг. Но на самом деле это действительно будет все просто для него. Также, что еще бы я хотела сказать по бритве? Да, ну, наверное, все, пока. Я шучу. Меня нормально слышно? Я надеюсь, что очень хорошо, потому что я сейчас с этим, с наушником, и должно, по идее, все быть хорошо. Так что запомните, то, что я сейчас показываю, это селфи-камера, поэтому для вас это будет все зеркально. Я сейчас стою у правого виска, да? Окей, ну и поехали, давайте, а то у нас не так много времени. Первое,
Что я вам покажу? Начнем с того, какие движения, с какой стороны есть у бритвы. Вообще, как она движется, бритва. Допустим, если это вертикальные проборы, мы с вами ножницами стрижем, да, ножницами стрижем перед пальцами, а бритвой мы стрижем за пальцами, потому что требуется натяжение пряди. Прядь должна находиться в натяжении. Бритву подставляем под углом. То есть, смотрите, вы когда, как вам показать-то, блин? Вы когда работаете, вот прядь, да? Если вы поставите бритву перпендикулярно к волосу, то будете его рвать, а должно быть скольжение. Поэтому бритва должна ставиться под углом. И должно быть такое скольжение бритвы. Сразу получается такой текстурированный срез, да? Здесь не будет после среза такого четкого прямого, как после ножниц. Здесь будет текстурированный срез. Ну и поехали. Смотрите, есть движение бритвы за пальцами. Далее. Есть движение бритвы также за пальцами, но вдоль пряди. Есть движение бритвы над пальцами. И мы его с вами будем называть это движение как чистка картошки. То есть мы бритву ставим так, чтобы лезвие смотрело нам в палец. Да? Вот прям палец положили. Подставили также под углом к пряди. То есть здесь вы бритву будете ставить не так же. Если вы ее поставите перпендикулярно к волосу, то вы его будете рвать. А вам надо бритву поднять в палец, поставить под углом к пряди, пальцем положить прядь на бритву, зажать и сделать срез. И этот срез называется чистка картошки. Ну, правильно, как будто чистим картошку. И также есть срез под пальцами. Это, например, когда мы оформляем челку, в оформлении, например, челки. То есть мы выделяем прядь. Также под углом ставим бритву. Под углом ставим бритву и делаем срез под пальцами. Еще есть срез в свободном падении. Это, например, когда мы с вами оформляем периметр. Да, сзади, допустим, оформляем периметр, там прям вот так вот по коже его оформляем. Или там за ухом, например, оформляем. Вот такие движения у бритвы и есть. Сейчас я включу время, чтобы не видеть сколько. Так, дальше. Следующее. При работе бритвой нужно знать вам 7 показателей. На чем вы будете основываться во время стрижки. Первый показатель – это будут инструменты. Что значит инструменты? То есть, какой инструмент вы будете выбирать, да? Будь то бритва, будь то ножницы, или будь то машинка, да, и расческа. Кстати, ножницы я не взяла. Сейчас я ножницы возьму. Вот. Так, с первым показателем мы с вами разобрались. Следующий, второй показатель – техника среза. Какие мы с вами знаем техники среза? У ножниц это будет срез. Какой вы знаете? Прямой, да, срез у ножниц? Прямой срез. Потом у ножниц мы знаем срез point cut. Да? И еще есть срез. Еще у ножниц мы знаем срез как слайсинг.
да, это когда мы, не закрывая полотна ножниц, скользим по пряди, вдоль всей пряди. А еще есть такой срез, который называется слайд. И вот любой срез, который вы выполняете бритвой, да, будет называться слайд. Но ножницами тоже можно сделать этот срез. Смотрите, как он происходит. Что вы делаете? Вы кладете прядь на пальцы, заводите ножницы в прядь, соединяете и выходите вперед, да? Как бы. Но здесь, в данном случае, вы ножницы соединяете. То есть вы, получается, и направление задаете волосам по направлению, я сейчас тоже еще объясню попозже чуть-чуть, и также создаете, делаете текстуру волосам. Дальше, следующий показатель, это будет угол среза. Что значит угол среза? Ну, это значит, под каким углом инструмент заводится в прядь. Мы с вами знаем, допустим, параллельный срез, да? Параллельно. То есть мы заводим инструмент параллельно выделенной пряди. Для чего это мы делаем? Для того, чтобы чуть-чуть разбить концы, да, чтобы убрать такую плотность на концах. Далее, это также может быть мелкозубчатый срез, допустим, ножницами, да? Мелкозубчатый срез. Он получается зубчатый, но мелкий. А есть еще, например, крупнозубчатый срез. Да, это когда мы такие флажки делаем. Да, и получается такая большая, мощная текстура. Это как ножницами. Но это можно сделать и бритвой. Бритвой, например, мелкозубчатый срез. А, нет, мы начали с параллельного. Давайте параллельно. Что значит бритва и параллельный срез? Это когда мы бритву заводим параллельно в выделенной пряди, и там тоже мягко-мягко работаем. Мелкозубчатый срез бритвой, это под каким углом, да, вот смотрите, мелкозубчатый. То есть я его поставила под углом к пряди, ну, где-то, я не знаю, ну, градусов 30, наверное, да, получается. Относительно плоскости, да, градусов 30. А крупнозубчатый, это оно может гулять, то есть от мелкозубчатого где-то от 45 градусов где-то до 10 градусов. То есть вот я, например, мне крупнозубчатый срез нужен. Да, получается такая крупная текстура. Вот так выглядит крупнозубчатый срез. Так, дальше, следующий показатель. Это будет глубина. Что значит этот показатель? Глубина. И для чего, то есть, для чего она нужна, этот показатель? То есть, под насколько глубоко мы вводим инструмент в прядь. Я сейчас не буду срезать, но... Я думаю, что вы поймете, насколько глубоко и насколько продолжительное длинное движение мы делаем в пряди. То есть бывает глубина глубокая, это мы практически от корней такое делаем длинное продолжительное движение. Бывает глубина средняя, это когда мы где-то от середины, да, делаем покороче срез. И бывает глубина поверхностная, это когда мы по концам делаем короткий срез такой. Для чего это нужно? Глубокая глубина нужна, допустим, для того, чтобы сделать внутреннюю текстуру, сделать внутреннюю поддержку волос. Вот смотрите, допустим, он к вам пришел, парень к вам пришел с такой плоской головой, вот здесь вот, да, на повороте головы. И нам нужно во время стрижки сделать, допустим, ее заквадратить. То есть, когда вы выполнили первичную форму стрижки, внешнюю форму, вы уходите во внутреннюю текстуру, то есть во вторичную форму стрижки. Допустим, вот в этом месте ему надо заквадратить.
да, и в этом месте делаете ему такую поддержку. То есть вы делаете, допустим, такой длинный продолжительный срез, да, и получается, что они потом, нижние-то они короче получаются, да, и короткие будут поддерживать, как их, более длинные, и они будут их поддерживать, понимаете? То есть за счет этого получается такая поддержка внутри. А средняя глубина, в принципе, для этого же нужна, просто будет зависеть от, смотря насколько мощно, или там направлением волос мощно нам надо задать, или так чуть-чуть. И поверхностная глубина это внешняя форма стрижки, это та длина, к которой мы идем, да? Окей, дальше. Размер секций. Что значит размер секции? Размер секции – это ширина выделяемой пряди для стрижки. То есть, они бывают, секции, стандартные, да? Это ширина выделяемой пряди где-то 1,5-2 сантиметра. Ну, где-то 1,5, да. Но идеальнее всего это будет делать, когда у вас будет ширина выделяемой пряди, ну вот с расческу, планка. Так, это стандартные секции. Дальше, бывают крупные секции. Что значит крупные секции? Это когда вы выделяете выделяемую прядь для стрижки, такую широкую, да, вот она, смотрите, какая широкая достаточно прядь получилась. И эти секции бывают где-то от 2 до, ну, 5 где-то сантиметров, где-то так, где-то вот от 2 и бывает по прям мега крупные, там, да, до 5 сантиметров. Далее. И еще бывают изолированные зоны. Что значит изолированные зоны? То есть, это, например, когда вы оформляете периметр, да, с правой стороны и с левой стороны. Это получается, они же разные, они же отдельно друг от друга, поэтому это будут изолированные зоны. Это, например, когда вы оформляете периметр на шее, это также отдельная изолированная зона. Или, например, когда вы оформляете зону челки, это тоже отдельная изолированная зона. Так вот, для чего нужны, допустим, например, стандартные секции? Когда нам нужно создать более плотную форму стрижки, тогда мы будем простригать, выбирать стандартные секции. А когда нам потребуется такая текстурированная форма стрижки, побольше движения было, то, конечно, мы будем выбирать крупные секции. Смотрите, какой принцип у крупной секции. То есть, когда вы выделяете стандартную секцию, ну вот вы ее выделили, соединили, сделали срез. Окей, все хорошо. А когда вы выделяете широкую крупную секцию, вот вы выделили, соединили, сделали срез и отпустили прядь. Что получается? Получается такая вогнутая линия. Так вот, за счет этой вогнутой линии, да, по всей голове, будет и как раз-таки текстура. И кому хороши эти стрижки? Например, те, кто имеет кудрявые волосы. В кудрявых волосах, блин, ну не заморачивайтесь, не стригите. Ну, я имею в виду, если это удлиненочка. Не заморачивайтесь, не стригите, пожалуйста, стандартными секциями. Вы замучаетесь стричь кудрявые волнистые волосы стандартными секциями. Поэтому вот прям смело сразу выбирайте крупные секции и поехали, и стрижете. Вообще стрижка минутка получается. Так, ну и, кстати, еще для чего нужны изолированные зоны. Или, например, вот вы когда сделали стрижку, вы его подстригли, да, и в конце стрижки, еще пока не посушили, вот так вот начинаете проверять стрижку. Вы, для чего вы это делаете? Вы смотрите, где не хватает текстуры. Вы смотрите, если есть где-то завал,
то, соответственно, в этом месте, неважно, как хотите, хотите квадратик, хотите треугольничек, хотите кружочек, я не знаю, да по барабану, выделяете в этом месте прядь, да, и там уже работаете, добавляете внутреннюю текстуру, да, для того, чтобы не было завала. Вот это тоже будет изолированная зона. Так, окей, я думаю, с этим понятно. Дальше, следующий показатель, это будет расположение. Что значит расположение? То есть в какой части волоса мы будем делать срез? Есть три показателя. Зона коллапс. Ну, коллапс, он, ну, это когда что-то вдруг неожиданное такое. Ой, 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 что стряслось? Вот и здесь. Это место мы, называется коллапс. То есть, смотрите, где она находится. Зона коллапса находится от корней, отступаем, ну, где-то сантиметр, либо полтора. И это будет зависеть от... Почему разброс сантиметр-полтора? Потому что это будет зависеть... Всем привет, кто еще подсоединился. От структуры волоса. То есть, вот смотрите, если волос, например, тонкий, такой тонкий-тонкий, то зона коллапса, он же легкий, он же не эластичный, то зона коллапса будет где-то сантиметр. А если это, например, жесткие волосы, там, пористые волосы, или, например, азиатские волосы, они же торчащие, как палки, да, то как раз эта зона будет увеличиться, и она будет где-то в размере сантиметра полтора. Дальше, следующая зона у волоса, это называется зона поддержки. Она находится от зоны коллапса, мы отступаем где-то, она тоже бывает разная, она бывает от 2 до там, 5-7 сантиметров. И вот смотрите, от чего это зависит и что это такое зона поддержки. То есть каждый волос имеет свой завиток, свой естественный природный завиток. Как его можно найти? Ставите пальцы на зону коллапса и отпускаете волос. И он загибается. И вот этот вот его естественный загиб, да, и будет зоной поддержки. Или еще, например, вы выделили, выпрямили, взяли прядь, сделали натяжку и чуть отпустили. И вот этот вот завиток, который идет, да, вот от зоны коллапса, где-то вот до сих пор, и будет его зоной поддержки. И эта зона поддержки также будет гулять. А вот сейчас я вам взорву мозг. Она также будет гулять. Она будет гулять и зависеть от длины волоса. Она, допустим, на длинных волосах будет своя зона поддержки. И она также будет зависеть от структуры волоса. У тонкого волоса она будет маленькая. У более эластичного, такого погрубее волоса, она будет больше. Если это азиатские волосы, то она также увеличивается, эта зона поддержки. На средних волосах она будет своя зона поддержки. И на коротких волосах она также будет своя зона поддержки. Вот, допустим, да, вот здесь вот я выделила, вот она у меня раз. А если у меня, например, голова вот здесь начинается, смотрите, сразу меняется завиток, да? Вот здесь, допустим, на такой длине, если у меня голова вот так, как есть, да, вот она, получается, зона поддержки. А если я представлю, что у меня средняя длина волос, и голова где-то вот от сих пор, да, начинает с кожи головы. Вот, смотрите, сразу изменилась зона поддержки, она меняется. А если у меня короткие волосы, она опять меняется. Итак, она на каждом волосе зависеть будет от структуры волоса, от длины волоса. На каждой длине, на каждой структуре волоса она будет на своем месте находиться. Она будет разная по размерам. Для чего это нужно? То есть, вот смотрите,
Это вот мы возвращаемся с вами к тому, что когда я объясняла, если у человека, допустим, плоская голова, да, очень плоская голова, вот здесь на повороте, нету никакого там овала, да, она вот прям такая тюк, вытянутая, как, ну, больше ромбовидная, например, да, соответственно, в повороте головы в зоне соединения вам нужно создать ему поддержку, чтобы заквадратить стрижку. Поэтому вот в этой зоне, в зоне поворота головы, вы как раз-таки будете в зоне поддержки делать ему поддержку. То есть нижние волосы будут короче, да, а верхние волосы будут длиннее, и они будут поддерживать ее, их более длинные, и будет создаваться квадрат. Так, дальше. В зоне коллапса, например, когда мы делаем срез в зоне коллапса, то это прям совсем очень коротко получается. Это действительно будет ой. Но если вы знаете, допустим, что... То есть, вернее так, из зоны коллапса они же растут потом, они могут перерастать потом в зону поддержки, да? Это тоже очень круто. Так вот, я вам скажу, что после филировочной бритвы, после стрижки филировочной бритвы, клиенты к вам могут приходить реже, действительно реже. Ну и фиг с ним, не страшно, зато вы будете его единственным любимым мастером, потому что ему будет пипец как удобно управлять своей укладкой дома. Дальше, она будет настолько комфортно у него из более короткой в более длинную трансформироваться. То есть он даже не будет замечать, что он оброс. Норм? И пофиг. Ему реально комфортно. И он потом придет к вам. Он все равно придет к вам и скажет: опять хочу. У меня даже дети, малыши, когда приходят, они говорят: тетя Кать, меня как в прошлый раз ножом подстриги. Да. Так, и следующий показатель. Антиобъем. Он находится уже на концах, да, вот от зоны поддержки, где заканчивается зона поддержки, и на концах находится зона антиобъема. Что значит зона антиобъема? Ну вот смотрите, допустим, вот та же, например, удлиненка, да, вот нам нужно в зоне поддержки ему сделать поддержку, да, заквадратить, а на концах нам нужно, чтобы он... Нам же плоскость нужно сделать, да, на височной зоне. Это же не женская стрижка, где надо все округлое, а нам надо плоскость создать. Поэтому, смотрите, например, опять к тем же баранам возвращаемся. Вы в зоне поддержки сделали ему поддержку, а потом эти же волосы ложатся вниз, да, а потом в зоне антиобъема сделали срез, и они ложатся уже, убирается объем в височной зоне. И чаще, конечно, мы все срезы выполняем от, например, зоны поддержки до зоны антиобъема, либо просто в зоне антиобъема, я имею в виду про первичную форму стрижки. Окей, я думаю, понятно, да, с этим вопросом? Понятно? Так, ну если что, потом мне зададите вопросы. Сейчас мы уже почти заканчиваем. Дальше. Цель. Что такое цель? Цель — это значит, ну, правило у бритвы, куда ей движешься, в ту сторону они потом хорошо лежат, лучше лежат. То есть, вот, например, есть 4 показателя цели. Соответственно, допустим, когда вы его спрашиваете перед стрижкой, обязательно задавайте ему подобные вопросы, когда работаете с бритвой. Я честно скажу, я всегда это задаю клиенту, который приходит ко мне первый раз. Я еще не знаю, что как с ним, поэтому обязательно задаю. Вот вы у него спрашиваете: скажите, пожалуйста, а вы на висках волосы как носите? Вот рукой вот так вот делаете? Или они у вас просто естественно вниз лежат?
Ну, допустим, это покороче длина, да, когда ухо открыто. Он вам говорит, а, так лежат, вниз. Соответственно, вы понимаете, что когда будете делать срез, вы будете двигаться бритвой вниз. Я сейчас чуть позже объясню, почему так. А, окей. А он вам вдруг сказал, нет, я буду рукой вот так вот назад их делать, если это прям подлиннее чуть стрижка. Окей. Соответственно, вы тогда у лица покрывающую убираете, вы ее не трогаете. Потом будете стричь. Тогда вы ее стрижете с направлением от лица. Здесь можно все комбинировать. Отлично. Дальше. Либо это, например, стрижка такая вся подвижная, текстурированная такая, чтобы вот у нее волнистые волосы. И все вот нужно сделать, чтобы они вот такие были подвижные. Да? Объемистая стрижка нужна. Соответственно, вы что будете делать? Вам нужно задать направление куда? Ну, я, конечно, понимаю, что я сейчас не услышу ответа. Соответственно, вы будете его стричь с направлением вверх. Да? Окей. Это в нижней зоне стрижки. Да? А если это, например, верхняя зона стрижки? Он вам говорит, он будет, допустим, носить это также вот назад. В верхнюю часть стрижки. Окей. Тогда вы ее стрижете горизонталями. Ну, как, например, горизонталями. И бритву ставите ножом назад от лица и движетесь от лица. Это верхняя часть стрижки, да, я про нее говорю. Хорошо, если это удлиненка. А если это, например, не удлиненка, а такая стрижка, как конусная такая, да, то, соответственно, вы тоже можете, странно, вроде бы они вперед должны смотреть, но они должны быть подняты, соответственно, вы где-то от зоны поддержки делаете срез от лица, потому что нижние будут поддерживать, а верхние будут накладываться, да, и получается такая приподнятая стрижка. Окей, значит, вниз, вниз, вверх, назад мы определили. И, например, вперед, да? Вот у него короткая стрижка, и он будет укладываться вот так вот. Просто они у него будут лежать вперед. Соответственно, вы выделяете прядь и стрижете вперед. Срез делаете. Понятно? Так вот, как работает бритва? Почему так происходит? Смотрите, вы когда делаете срез, он получается примерно вот такой. Да, бритвой, когда делаете срез, получается он вот такой. То есть вот представьте палочки, да, заборчик, заборчик. От короткой к длинной, к длинной. Когда вы их толкнете, в какую сторону они лучше упадут? Я вам скажу честно, я сейчас не буду ждать ответ. Они упадут в сторону длинной. То есть короткая толкает длинную. И это касается, особенно это касается внешней формы стрижки. Да, во внутренней форме стрижки мы тоже можем это наблюдать. И также мы можем во внутренней форме стрижки наблюдать противоположное значение. То есть, вот смотрите, во внутренней форме стрижки. Вот нам надо, вот у него такая удлиненка, да, нам надо, чтобы они ложились лучше назад. Помимо первичной формы стрижки я простригу того, что от лица, да, дальше мне во внутренней форме стрижки также надо ему помочь задать направление
от лица. От лица. И я также во внутренней форме стрижки также буду делать мягкие легкие надрезы для того, чтобы им задать направление от лица. Но если, повторюсь, это конусная стрижка, которая будет, да, укладываться вперед, вот так вот, то я это подстригу, например. Я сделаю срез и в одну сторону, и в другую сторону, чтобы поддержка была. Окей. Так, что еще? Ну, наверное, все. Давайте задавайте мне вопросы. Если есть вопросы, мы с вами сейчас их обсудим. Кстати, при оформлении периметра, допустим, оформляем периметр, височную зону. Нам надо также, мы стригли с направлением от лица, нам также периметр надо подстричь с направлением от лица. Окей, затылок. Нам не надо, например, чтобы он куда-то направлялся, да? Это же нам надо, чтобы они вниз смотрели. Поэтому мы собираем волосы и стрижем такими крестообразно, туда-сюда, туда-сюда бритвы. И они тогда будут лежать вниз. Но здесь поймите, пожалуйста, меня о том, что здесь не будет четкого прямого среза, как иногда бывают сильно такие консервативные мужики, которые вот эти вот скобочки привыкли, здесь этого не будет. Здесь будет визуальный внешний вид, как будто она такая неопрятная, как будто она вот такая вот вся вот, блин, я не знаю, озорная. И я знаю, что особенно у нас в России есть большая ошибка у мастеров, когда они стригут филировочной бритвой, потом начинают очень аккуратно укладывать. Нет, ни в коем случае. Параша получается, серьезно. Вот когда вы стрижете бритвой, она как раз-таки должна иметь движение, она такая вся воздушная, подвижная должна быть, да? И соответствующие стайлинги должны быть, которые будут подчеркивать это движение в стрижке. Поэтому, когда стрижете бритвой, ни в коем случае не укладывайте его аккуратно. Он должен быть растрепанным чуть-чуть. Да, пусть это будет с направлением туда, куда он хочет, но он должен быть растрепанный чуть-чуть. Так пожмакайте ему, наоборот, создайте ему эту текстуру руками. Стайлингом создайте ему эту текстуру, да, чтобы было движение. Он раньше у меня был немножко подстрижен, там, да, определенная стрижка у него была такая. Сейчас мы получили, я из Барселоны его притащила, мы получили новую коллекцию, она была такая, сейчас очень клевая новая коллекция пришла. Винил называется, мы ее чуть позже будем с вами проходить в студии. Она вот вся вот такая была текстурированная, на лицо. Такой, сейчас рок-н-ролл же в этом, в моде, рок-н-ролльные стрижки. И вот она вся вот такая была, с объемом в центре, с таким вот пожмаканным, да. Так что учитесь работать диффузором. Сейчас диффузор будет у вас прям номер один. Понятно? Так, есть ли вопросы какие-либо? Что я хочу со своей стороны сказать? Конечно, этот видос будет у меня на канале YouTube. Вы можете совершенно смело его там посмотреть. Пока это все в открытом доступе. Но если будет продолжаться такая ситуация в стране, то я буду, наверное, их делать платными, но цена будет очень доступная. Так, вы ж меня простите. Завтра 17 число. Да, в принципе, я посмотрю или завтра, или послезавтра я вам покажу какую-нибудь удлиненную стрижку, уже основываясь на тех знаниях, которые я вам дала сегодня. То есть вам будет более понятно, для чего я это делаю, зачем я это делаю. Просто так не шарашьте бритвой. Она может вам как помочь, так и пипец как навредить.
Кстати, пока еще у меня есть время, я вам что хочу показать, что ножницами тоже можно задать направление волосам. Только у ножниц будет иное правило в задавании направления. Правило у ножниц такое. Концы ножниц смотрят в противоположную сторону от цели. Вот смотрите, если бритвой нам надо, допустим, создать направление вверх, мы ей и будем двигаться снизу вверх, то ножницами у нас будет такое. Нам надо создать направление вверх. Концы ножниц смотрят в противоположную сторону от цели. И будем стричь способом point cut. Концы ножниц смотрят вниз. Окей, если нам надо бритвой создать направление вниз, то мы ей и будем двигаться вниз. А ножницами мы будем стричь point-катом, флажками, да? И ножницы у нас будут смотреть в противоположную сторону от цели. Точно так же при оформлении периметра вам нужно, например, чтобы волосы укладывались назад, да? Соответственно, вы с нулевой оттяжкой, концы ножниц смотрят к лицу, цель назад от лица. Значит, концы ножниц смотрят к лицу. То есть короткая будет толкать более длинную. Понятно? То есть вот сейчас очень многие, особенно там женские мастера, когда оформляют зону периметра по боковую часть, сейчас поймут тот момент, что, блин, ах вот почему у меня все время выворачивается прядь вперед. Почему она выворачивается у них вперед? Да потому что они вот так вот встают и вот так вот начинают оформлять, да, по привычке периметр. Вот так особенно. Либо вот так вот встают и начинают вот так это делать. Но ножницы-то смотрят назад, соответственно, она у них, конечно, будет к лицу выворачиваться. Поэтому, когда оформляете периметр, очень внимательно смотрите, какая у вас цель. Куда надо, чтобы прядь лежала? Назад. Соответственно, концы ножниц смотрят вперед, к лицу. Так, есть ли вопросы? И я думаю, что я все подробнейшим образом объяснила. А, я вам обещала показать задней камерой этот технологический лист. Минуту. А вот так это выглядит, вы можете заскринить. Да? Заскринили, я надеюсь. То есть вот эти значки, это как раз таки ножницы, бритва, машинка, расческа. То есть какими инструментами можно выполнить подобные функции, манипуляции. Ну и это, соответственно, волос. Я думаю, тут тоже все понятно. Да, ножницами можно тоже нахерачить так, что ой-ой-ой. Так. Ну окей. Все, давайте я тогда буду заканчивать. Вы можете это посмотреть на Ютубе. И чао. Я в анонсе потом напишу, когда. Или завтра, или послезавтра будет стрижка. Всем спасибо, пока!